Любимую жену, маму и бабушку гончар Дарью Мечиславовну с юбилеем поздравляют муж, дети и внуки. Юбилей – это круглая дата, которая несет в себе глубокий сакральный смысл. Мамочка дорогая, наша и любимая, пусть этот день ознаменуется не только грустью о прожитых годах, но и началом радостной и счастливой жизни, окруженной любовью близких и родных. Один прошел, не печалься и не грусти. В жизни все будет хорошо, так что просто с ума сойти. Добрых слов в этот день не счесть, ведь вокруг все друзья твои. Хорошо, когда в жизни есть столько радости и любви. День рождения, он самый лучший, без сомнения, отличный.